Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы говорим на медицинскую тему. На тему, с одной стороны, даже щекотливую, но без которой мы сегодня, наверное, нам сложно тоже понять современные способы лечения, потому что речь идет об анестезиологии, о реанимации, таких довольно, ну, для обычного пациента, наверное, сложных вопросах, иногда они пугающе звучат, но, с другой стороны, это один из аспектов обычного операционного и постоперационного обихода медицинского. У нас в студии заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара номер 3 Люберецкой областной больницы Павел Юрьевич Ешуков. Здравствуйте, Павел Юрьевич. Здравствуйте. Ну, говорят, что анестезиологи – это те врачи, которые больше всего анекдотов рассказывают. Это правда? На самом деле так и есть. А почему? Такая профессия, усыпил пациента и делай с ним, что хочешь, да? Или как? Или просто такая традиция? Такая традиция. Анестезиолог всегда поддерживает, помогает хирургу, в том числе и поднимает настроение. Да, поднимает настроение. И еще он же как бы является таким связующим звеном, когда человеку делается какая-то анестезия, то он должен с человеком поговорить, успокоить человека, да, подготовить его, и хирурга, в общем, всех, такой добряк в операционном зале, да? Накануне операции, еще вне операционного зала, врач-анестезиолог проводит осмотр пациента, выявляет возможные противопоказания к тому или иному виду анестезиологического вмешательства. Берет у пациента согласие на проведение этой процедуры. Знакомятся с ним, как бы, да. Предупреждая о всех возможных рисках, которые, несомненно, есть. Ну и уже с момента подачи пациента в операционную до момента либо сопровождения пациента в палатное отделение, либо в палату пробуждения анестезиолог находится непосредственно всегда. То есть это наш ангел-хранитель непосредственный, который рядом с нами. И он же находится во время операции тоже, следит, если операция сложная, там, да, каким-то образом. Какая бы ни была операция, врач-анестезиолог-реаниматолог всегда в момент операции находится около пациента. Сколько бы эта операция ни длилась, какое время на это не было бы затрачено. И вот тут сразу возникает вопрос, мы, конечно же, поговорим сегодня об отделении. Нас порадовал Павел Юрьевич перед началом программы, что там новый зал у нас есть, ну, все расскажете. Но еще пару таких вопросов типичных. Ведь все мы смотрим там старинные фильмы, да, и у меня был проект «Дата», на нашем телеканале тоже шел по поводу, когда придумали впервые способ такой, чтобы человеку делать операцию, чтобы его хоть как-то усыпить и так далее. Трудно представить себе, но ведь когда-то, ну, может быть, только какими-то спиртными напитками люди пользовались, чтобы хоть как-то снизить боль, да? Сегодня, я так понимаю, спектр способов анестезии, он увеличивается, он какой-то большой в зависимости от вмешательства, да? В историческом аспекте впервые анестезия была применена Николаем Ивановичем Пироговым во время Крымской войны на поле боя. Это был самый примитивный эфирный наркоз. На маску, марлевую повязку, капали эфиром, пациент засыпал и обезболивался на какое-то время. В данный момент медицина, конечно же, шагнула сильно вперед. У нас есть различные способы проведения протокола анестезии. Протокол называется, да? Протокол анестезии. Это может быть как общая анестезия, когда человек спит, так и проведение анестезии спинальной или эпидуральной, когда выключается, допустим, части тела, либо нижняя часть тела. Также при необходимости можно использовать проводниковую анестезию, если операция, допустим, только на одной конечности. Можно отдельно выключить из чувствительности руку, ногу. Ну, с точки зрения логики, да. Все идет и должно идти к тому, чтобы, ну, такая точечная, да, анестезия, можно сказать, будет, да, в будущем. Минимально инвазивная, более безопасная для пациента. И это легче с той стороны, что мы, в принципе, всегда можем, ну, слово наркоз-то мы помним еще со времен там школьных и так далее.
усыпил человека и делай с ним что хочешь, что сегодня, конечно, вы рассматриваете, есть ли необходимость в полном усыплении для пациента, если ему нужно там ногу, часть правой ноги, что-то там с ней сделать, да? Правильно? Конечно, с этой точки зрения для пациента это более безопасно. Ну и вообще, насколько я понимаю, вот тут вы меня можете поправить, анестезиология, анестезия как таковая, все-таки она же опасна даже для здорового человека, потому что ну, насколько процентов уверены сегодня врачи в том, что вот здоровый человек, ну или, скажем, по показателям, ну, которого плановая операция, не связанная там с какими-то мозговыми, скажем, вещами. Насколько безопасно сегодня человека усыпить, грубо говоря, и с ним ничего не произойдет, какой-то неожиданной реакции? При современном уровне контроля и лекарственных препаратах, которые сейчас применяются, риск возникновения каких-то внештатных ситуаций, он сводится к минимуму. Угу. То есть все поддается ну, нормальному наблюдению, и человека, если срочно нужно, можно вывести из этого состояния? Конечно, подбирается правильная дозировка, контролируются показатели жизненно важных органов, контролируется глубина проведения, если мы говорим про общий наркоз, глубина проведения этого наркоза, частота сердечных сокращений, артериальное давление, насыщение крови кислородом. Ну, то есть все что показатели. Должно работать. Но мы можем сказать, вот сейчас такой будет вопрос, потому что еще мы же слышим очень часто искусственная кома, например, такое популярное в новостях, и ты сразу понимаешь, о, плохи дела с человеком. А можно это назвать там какой-то искусственной, сейчас поймите, это вопрос дилетанта, искусственной смертью, да? Чтобы на некоторое время как бы человек останавливается, у него органы работают, но он, в общем-то, в этот момент вырезан из жизни. Он же не соображает, что с ним происходит. Головной мозг продолжает работать в этот момент, просто выключаются двигательные и болевые рецепторы. Да. То есть он же спит? Он спит, но он живет. Он живет. А кома искусственная – это то же самое? Или это еще более глубокое погружение? Что это такое? Или это то же самое, просто оно применяется немножко по-другому. По-другому, да. То, что называется в простонародье искусственной комой, у нас называется медикаментозной седацией. Угу. Когда мы пациента искусственно вводим в сон, ну, фактически в состояние наркоза. Понятно. Ну, видите, как много вопросов, казалось бы, да, а они все очень жизненные, важные. И давайте мы тогда плавно перейдем. Препаратов сейчас больше, да? Сегодня, опять же, есть выборы, есть какие-то способы, или по-прежнему остаются уколы, или есть какие-то таблеточные. Ну, мы даже знаем у стоматологов, да, сейчас что-то там кольнуло, через какое-то время с твоим зубом могут делать все, что угодно, да? Способов много разных сегодня существует. Способов много, препаратов много, и в нашей больнице весь необходимый перечень этих медикаментов есть. Так. Мы их используем в зависимости от ситуации, когда какой препарат нужен. Для какого пациента? Используется. Для какого пациента, для какого случая, для какой операции. А как вы подбираете эти, ну, идут же какие-то закупки, ну, потому что по-прежнему у людей такой вот принцип есть, что вот операция, ну, те, кто не сталкивается, например, и вдруг неожиданно нужна операция, у них начинается тремор такой, да, что вот сколько это будет стоить, на все надо купить, а что надо купить, какие медикаменты для, значит, анестезии и так далее, то сегодня с точки зрения операционного вмешательства по ОМС, по, ну, всем нашим законодательным актам, он получит эту анестезию при операции или он должен ее оплачивать? Естественно, он получит все это в рамках протокола ОМС, в рамках проведения оперативного вмешательства. А если он хочет сказать, я сейчас поясню, ОМС все-таки это такой, ну, базовый, да, способ. А если он хочет сказать, я хочу, чтобы мне полный наркоз сделали, чтобы просто спала и делайте, что со мной хотите. Они могут заплатить деньги, ну, увеличить, так сказать, взять другой. Ну, как, например, стоматологи, насколько мне известно, иногда говорят, ну, вот мы вам можем поставить такую пломбу, но если вы хотите пломбу там корейскую, например, то вы можете немножко доплатить. В данной ситуации немножко неверное суждение, потому что тот препарат, который пациенту вводится,
он полностью соответствует рекомендациям, полностью соответствует... Конкретному случаю. Понятно. В нашей больнице проблем с медикаментами нет. По анестезиологическому пособию, да и в принципе, не существует, поэтому... А вы как-то их, ну, есть какой-то перечень, просто вы куда-то отправляете, или он где-то находится, и просто когда заканчивается, к вам приходят новые, да? Да, раз в год составляется требование на год из учета плана работы стационара. Теперь вот анестезия, это понятно, а реаниматолог, это же разные все-таки люди? Один делает анестезию, или он может выполнять и функцию анестезиолога, и реаниматолога? Как вот тут? Или есть отдельные, есть совместные? Фактически, когда человек учится на анестезиолога, реаниматолога, это одна специальность. В дипломе написано «врач, анестезиолог, реаниматолог». Но по опыту все-таки это немножечко разные специальности. Получается, это врач, который, по идее, должен и ввести меня во что-то, и вывести меня оттуда. Так абсолютно верно. Просто врачи-реаниматологи в большей степени работают с тяжелыми пациентами и не обязательно во время или после оперативного вмешательства. Они спасают, я понимаю, да. То есть фактически такая... любые экстренные ситуации. Опять же, есть понятие плановой анестезиологии и экстренной анестезиологии. Да, я понимаю. А вот еще такой вопрос. Если пациент сложный, больной, наверняка вы сталкиваетесь с такой проблемой, что анестезия может быть ему вредна. Вообще, можно сделать операцию без анестезии, или тогда не делается операция, если он не выдержит анестезию? Я самый такой плохой случай предполагаю. Мы всегда коллегиально подходим к решению этого вопроса. Здесь важно не только мнение врача, анестезиолога, реаниматолога, но и также мнение смежных специалистов, которые вместе с нами занимаются этим пациентом. Здесь уже результатом консилиума принимается решение, что для пациента страшнее и жизни угрожающее. Остаться без операции или перенести наркоз. Понятно. Ну что, напомню, что у нас в студии Павел Юрьевич Юшуков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара номер 3 Люберецкой областной больницы. Сейчас сделаем большую паузу, вернемся и поговорим, как у вас там с оборудованием, что-то новенькое у вас там появилось, о вашем коллективе, кто эти люди, кто такой сегодня врач, вот этот веселый врач-анестезиолог, который нам говорит, немножко поспим и скоро вернемся. Ты просыпаешься уже в каком-то другом отделении, которое называется реанимация. О реанимации тоже поговорим. Ну и, собственно говоря, подведем итоги нашего разговора. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в студии заведующий отделением анестезиологии и реанимации стационара номер 3 Люберецкой областной больницы Павел Юрьевич Юшуков. Вы мне тут поведали, что у вас какой-то новый зал появился. Все интересуются оборудованием, что-то заказывается, я имею в виду любыми поликлиниками в Люберецкой областной больнице. А что у вас появилось новое? У нас достаточно недавно открылся новый зал для проведения процедур заместительной почечной терапии пациентам различного состояния, различных заболеваний. Этот зал мы открывали совместно с отделением нефрологии. В этом зале процедуры проведения, он находится на территории реанимации, процедуры заместительной почечной терапии выполняют врачи-нефрологи, но в этот момент пациент находится под наблюдением еще и врача-реаниматолога. Как правило, это пациенты из реанимации, то есть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ну, то есть иногда даже пациенты не знают, что они в этом зале находятся, там с ними работают, да? Бывает так, и такое. Бывает и такое. И это какой-то особый зал, да, он отличается, или его раньше не было такого оборудования? В чем его удобство? Удобство в том, что он находится на территории реанимации, то, что есть все необходимое реанимационное оборудование, мониторы для слежения жизненно важных функций, аппарат искусственной вентиляции легких, прочее оборудование. Есть тут же персонал реанимационный, который в случае каких-то нештатных ситуаций оказывается тут же на месте. И непосредственно стоит сам аппарат проведения заместительной почечной терапии.
на котором проводятся эти процедуры. Ну, еще об оборудовании поговорим. Не забывайте, что, конечно же, у меня еще будут химические вопросы. Ну, как их не коснуться? Но пока об оборудовании говорим. То есть оно какое-то особенное у реаниматологов. Ну, почему-то опять лезут в голову, да, фрагменты из фильма, когда мы там спасаем его, да, что-то там оживляем и так далее. Насколько сегодня набор инструментов для анестезиолога и для реанимационных каких-то вещей, ну, я не знаю, насколько тут слово «плановое» подходит, да, вот, вы и владеете этими инструментами, что они у вас все есть? Отделение оснащено без преувеличения всем необходимым оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами контроля функций, дефибрилляторами, то, о чем вы говорите. Да, вот дефибриллятор, я забыл это слово. Да, так. У нас есть монитор для измерения инвазивного артериального давления, то есть непосредственно в артерии какое давление. Все оборудование рабочее, все оборудование исправное. Ну, то есть вы довольны, как вот специалист? Как специалист, как руководитель подразделения, конечно. И я так понимаю, что мы плавно переходим к коллективу, что люди, которые приходят к вам, они умеют работать на этом оборудовании, или вы их как-то обучаете? Как вообще с коллективом дела обстоят? Кто эти люди? На данный момент сформировался коллектив из вновь пришедших людей. Все эти врачи достаточно опытные, с большим опытом работы в московских клиниках. И эта команда, которая у нас сработана не первый год. То есть мы как-то... Вы приехали в Московскую область? Да. Даже такое? Да. Как-то где-то мы пересекались, общались, работали вместе. У нас сформировалась определенная команда. На данный момент 8 новых врачей, включая меня, в данном стационаре. Ну и вот тут еще такой важный момент. Если вы говорите, что анестезиолог, реаниматолог, он должен быть всю операцию, это же какую нужно иметь выдержку, психику. Если вдруг, ну, я не знаю, там возьмем, даже час операция идет, хотя, может быть, для профессионалов, вот в нашем деле час может незаметно, например, пролететь, а через полчаса, например, начинается, ну, необходимость, человек должен все время быть в напряжении, он же не спит там во время операции, правильно? Это же какая-то специальная подготовка существует? Когда человек увлечен своей работой, когда он в этом находится, в этом живет, поверьте, у нас тоже это время пролетает незаметно. Немаловажный вопрос, сейчас его коснусь, потому что вы, кстати, наверное, те люди, которые имеют право и доступ и знания тех самых веществ, которыми некоторые другие люди пользуются, ну, скажем так, от которых, что называется, тюрьмой попахивает. Вот если мы сейчас откладываем в сторону, ну, наркотическую составляющую, а говорим об этих веществах, которые помогают нам в спасении человеческой жизни. Насколько сегодня химия шагнула далеко, и насколько сегодня вот это вмешательство, введение человека в этот самый вот искусственный сон, то есть насколько химия изменилась, скажем так, вот эти вещества, ну, я их не могу не рекламировать, не могу ничего, да, так сказать, но вы понимаете, о чем я говорю. Как их шагнуло вперед? С точки зрения самих медикаментов, конечно же, они появились достаточно давно и одновременно относительно недавно, то есть это 20 век. Но это наркотические вещества в основном, правильно? И то, что касается наркоза, это наркотические вещества, это специальные газовые составы, которые тоже действуют как анальгезирующие вещества. Все они высокоучетные. Ну, это понятно. То, что касается препаратов, которые используются в отделении реанимации, препараты, в принципе, все стандартные. Главное, чтобы они были, и они у нас есть. Ну, то есть нового такого нет, да, что тебе что-то капнули, вот ты на час отключился, и вообще
как будто и не капали ничего. Волшебной таблетки нет? Нет, пока еще. Вот, ну, вот главный образ. Но, с другой стороны, вы, наверное, сейчас мы тут должны сказать, как никто, вы, ваши коллеги, вы знаете эту тайну всех этих наркотических веществ, вы прекрасно знаете их отрицательную сторону. И поэтому вы говорите, что учет, то есть вплоть до каких-то пробирок, да, которые нужно сдавать куда-то. Так это работает? Да, абсолютно верно. Сколько? Сколько использовали, столько и сдали. Понятно. Ну и давайте мы перейдем к реанимационным вопросам, потому что реанимация это еще подразумевает какую-то комнату или целое отделение, где людей привозят в пост после операции. Как это работает сейчас? Опять же, есть реанимация, где человек просыпается. Если, например, у человека только нижняя часть обесточена, скажем так, то он, в принципе, верхний-то у него все соображает. Вот. У нас есть отдельная палата пробуждения. Так. То, о чем вы говорите, когда пациенты после плановых оперативных вмешательств поступают на то, чтобы окончательно проснуться или окончательно почувствовать свою нижнюю часть. То есть красивое название – пробуждение, да. Да. И также есть палаты именно реанимации и интенсивной терапии. Там сложнее, да? Куда поступают пациенты либо из других отделений больницы с ухудшением состояния, либо пациенты по скорой помощи в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. И в этих палатах мы им оказываем экстренную медицинскую помощь. А вот скажите, пожалуйста, есть еще такой немаловажный факт, опять же, извините, что я со стоматологами сравниваю, но это такой пример, да, они же тоже, можно сказать, анестезиологи в какой-то степени. Вот зуб обезболили, сделали все дела и говорят, что будет отходить. Ну вот у меня, как правило, я не знаю, может быть, такой организм, как правило, отошло и все, и не болит ничего. А бывает, что у людей после того, как отошло, вернулась, да, там нижняя часть или часть зуба, начинаются какие-то боли. Вот это потому, что неправильно был подобран химический состав или, к сожалению, это такое было вмешательство, что должна эта боль вернуться к нему, хотя бы в маленьком варианте? У всех разная болевая чувствительность, разный болевой порог. И в тех случаях, если в послеоперационном периоде пациента болит, мы добавляем именно обезболивающие препараты уже в послеоперационном периоде. То есть как бы второй этап обезболивания, да? Пациент уже не засыпает, но болевой эффект у него проходит. Плавный выход. Ну и еще тут тоже важно такой вопрос, возвращаясь к химическому составу. Я тоже где-то когда-то слышал, кто-то рассказывал, что ему сделали какой-то там анестезию, и он после этого наркоманом стал. Ну и, кстати, исторических таких много всяких. Сейчас у нас много всего пишут. Насколько, зависимости не будет у человека, если вот он долгий, у него выход идет к каким-то химическим препаратам, психологическое прежде всего, что он знает, что если заболело, что вот ему нужно какую-то срочно таблетку сильнодействующую выпить. Есть же такое, когда люди себя сами... Современные препараты, применяемые для наркоза, зависимости не вызывают. Ну, это такой важный момент. Хорошо. Ну и двигаясь к завершению, на сегодняшний день, вот общая работа Люберецкой областной больницы, и я так понимаю, что вы говорите, к вам поступают особые еще какие-то, да, пациенты, которым нужна именно помощь реаниматоров и анестезиологов, верно? Не только плановая история. Да. И там немножко другой протокол, другой, да, механизм действия. Для них какие-то более все быстрее, быстрее, быстрее должно делаться, да? Конечно, если поступает такой пациент, то во многих ситуациях счет идет даже не на часы, а на минуты. Соответственно, это должна быть быстрая оценка ситуации врачом, диагностика, выставление диагноза и назначение лечения. И практически сразу же, да, лечение начинается, да. Идет уже, да? Хорошо. Ну и еще такой вопрос, насколько сегодня мы продвинулись, скажем так, опять же, вот задают вопрос, будем делать укольчик или не будем делать укольчик? То есть всегда ли нужно делать анестезию или есть варианты, когда лучше ее не делать? Я сейчас беру вообще по всему медицинскому комплексу. Анестезия, в каком бы виде она ни была, местная или общая, она помогает человеку
безболезненно пережить какую-то процедуру. Стресс это такой, да. Легче и с физической, и с психологической точки зрения. Поэтому я не думаю, что когда-то от этого откажутся. Но на сегодняшний день вероятность нанесения вреда организму человека неправильной анестезии, она существует или тоже сведена, ну, если не к нулю, то, по крайней мере, я даже сведена, не про ваше отделение говорю. Сведена вообще, к минимуму. К минимуму, да? То есть все это исключительно из истории болезни человека, да? Да. Подводится. Ну что, я очень рад, что мы вот узнали, кстати, так как-то по ходу даже нашего разговора много всяких вопросов, потому что, к сожалению, люди продолжают болеть, у людей бывают сложные заболевания. Мы сталкиваемся, наши родные и близкие сталкиваются, и слово «реанимация» по-прежнему для многих звучит как что-то такое, ну, ЧП, да? Вот поэтому от вас много зависит, чтобы наше хотя бы психологическое состояние, даже родственников, было в норме. Спасибо вам большое, что согласились прийти к нам, вам и всему вашему коллективу «Спаянному», я так понимаю. Большой наш привет и большое спасибо. Ну, а я напомню, что это была программа «Открытый диалог», и мы общались с заведующим отделением анестезиологии и реанимации стационар номер 3 Люберецкой областной больницы Павлом Юрьевичем Юшуковым. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.